Бифракационный стенд в Омске используют впервые. К сосудам его подводят при помощи специальной иглы. Все происходит под местным обезболиванием. Во время операции с пациентом общаются, а уже через 3 дня его выпишут. Без искусственного кровообращения и без вскрытия грудной клетки уникальный каркас с помощью прокола устанавливают на коронарных артериях. Они были забиты, отсюда и кислородное голодание сердца. Его хозяин – мужчина 65 лет. К этому возрасту вырос целый букет болезней. Сложной операцией руководит польский кардиохирург Роберт Гиль. Я бы сказал, что ему надо изменить все в жизни, чтобы было лучше. У него гипертензия, у него... Вес очень высокий. На счастье, без сахарного диабета. Можно сказать на 100%, что после имплантирования этого стента, после открытия 2 артерий, работа для сердца будет легкая, чем была. Молодые ребята. Хороший опыт. Они сделали очень тяжелое вмешательство без моей помощи. Все сами сделали. Я только немножко говорил, как с новым стентом надо делать. На 2 сосуда всего 1 имплант. Раньше, чтобы освободить артерии и восстановить в них максимальный просвет, врачам приходилось использовать вдвое больше материала. От этого увеличивалось количество малоинвазивных пункций. Григорий Ситников рассказал, старую методику этот пациент перенес бы тяжелее. Новый метод поможет мужчине быстрее восстановиться. Если у пациента сложное поражение, мы используем несколько инструментов, заводим во все сосуды и выполняется... так называемая двойная дилатация сосуда, двойная имплантация стентов сосуды и так далее. То есть это очень громоздко, по времени долго и тяжело. А здесь одномоментно сразу решаются 2 главные задачи. Восстановить просвет сосуда, не 1 сосуда, а 2 сосудов сразу. Повторить высокотехнологичную операцию вскоре предстоит и некоторым наблюдающим. В свою очередь ждет хирург Павел Ермолаев. Мы идем в правильном направлении, мы используем новейшие технологии, которые позволяют нашим пациентам быстрее восстанавливаться, быть здоровыми. То есть это наша почетная миссия, почетная задача. Операция дорогостоящая, речь о 100 000 рублей. Однако пациентов областной клинической больницы по специальной квоте ОМС новым методом будут оперировать бесплатно. Ксения Бессараб, Сергей Гаврилов, Антенна 7.